Всем привет! В интернет-эфире Горький ТВ. Афиша на выходные. Начнем сегодня с искусства. Команда Той – настоящие инфанты Рибл с Нижнего Новгорода. Трудно сказать, больше ли у них недоброжелателей или же поклонников, но их знают все. Любой, кто был в городе, видел теги и странные рисунки со словом «Той» на заборах, заброшенных домах и в самых непредсказуемых местах. Активность в социальные сети сделали эту команду широко известной далеко за границами нашего города. Они уже выставляются в Москве. Более того, в Париже их называют чуть ли не самой модной русской граффити-командой. В субботу в галерее «Толк» можно будет с ними познакомиться. Кстати, вход свободный. Идем дальше, а вот в воскресенье не забудьте полакомиться, конечно, пасхальными вкусностями, вспомнить, что именно в этот день Гагарин покорил космос, ну а если останутся силы, то послушайте своими ушами выступление одной из самых интересных и успешных групп молодой отечественной независимой сцены. Музыкальный коллектив «Обе-две» презентует Вася плюс один новый альбом «Дочь рыбака». И под занавес, как всегда, кино. В «Орленке» стартует долгожданная подборка короткометражек, номинированных в этом году на премию «Оскар», ну а на больших экранах стартовал очередной «Форсаж», уже седьмой по счету. Всем любителям автомобильных экшенов, динамичной музыки и голливудских бицепсов посвящается. Горький ТВ желает всем отличных выходных. Будьте здоровы! Самым главным в жизни всегда будут люди. Те, что вокруг меня. Все ради них. Чья работа? Помни шоу и нашел. Так это его большой злобный брат. Мы не просто друзья. Мы одна семья. Разве может быть что-то круче? У этих парней больше пушек, чем у пары банановых республик. Психи вышли на новый уровень. Какой план, Доминик? Последняя гонка. What's up now? What's up now? What's up now? Hold it down.